сегодня большой праздник для всех, кто интересуется восточными единоборствами и восточной культурой. Это китайский, японский, восточный Новый год. По китайскому календарю этот год – год крысы. Традиционные китайские иероглифы, которые развешаны над жилыми помещениями, всегда желают здоровья, благополучия, богатства. И я хочу пожелать всем того же. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.